На паркете в этот день было по-настоящему жарко. В Химках прошла вторая игра единой молодежной лиги ВТБ между ЦСП «Химки-2» и «Автодором-2». Подопечные Романа Пахнюка и Василия Гарского начали активно и провели мощный игровой отрезок. 24-6. Итог первой четверти. Во второй десятиминутке гости из Саратова улучшили свои показатели, однако ненадолго. На большой перерыв «Химки» ушли с двукратным преимуществом – 46-23. «Автодор» – давно знакомая команда, также к ним готовились, настраивались, вроде бы потеряли там одного игрока из-за болезни у себя. Сначала волновались даже, думали, ну, может, ротации не хватит, кто-то там на дюбл уехал, но в целом все, что мы планировали – все получилось. В оставшееся время «Автодор-2» пытался противостоять хозяевам паркета, но успехом это не увенчалось. Химчане довели встречу до уверенной победы со счетом 88-42. Атакующий защитник ЦСП «Химки-2» Арсений Корякин набрал больше всего очков. Так это все благодаря команде. Они помогали, они давали передачи. Просто было легко забить и все. Просто всей команде спасибо. Все старались, не было недонастроя. С самых первых минут вышли, включились. Это была заключительная домашняя игра команды в этом году. Следующие матчи ЦСП «Химки-2» проведут на выезде в Нижнем Новгороде и Казани. Андрей Липанов, Елена Тараненко, Руслан Сафин. Новости «Химки-ТВ».